Всем привет! Меня зовут Мускатина Катя, и это наш проект «Масляная среда» совместно с компанией Capital Loop. У нас сегодня обзор самых зеленых экологичных масел из всей линейки Petronas Syntium. Syntium Гибрид 020, Syntium 7000 DM030 и Syntium 7000 E030. А теперь подробнее. Petronas Syntium 7000 Гибрид 020 – специально разработанный и подходящий для бензиново-электрического гибридного автомобиля. Petronas Syntium 7000 Гибрид 020 разработан для обеспечения защиты от низкоскоростного предварительного воспламенения – LSPI для автомобилей с турбонаддувом, работающих на бензине с непосредственным впрыском топлива и соответствует последней спецификации APSN+. Отвечает самым последним допускам и спецификациям APSN+, ILSAC GF5, DEXIS 1 Gen 2. А что у нас с составом? А вот что. Гидрокрекинг 50-70%. Пакет присадок – кальций, цинк, фосфор, антиоксиданты и полимеры. По свойствам мы имеем следующую картину. Индекс вязкости – 167 сантистокса. Потеря текучести – минус 39 градуса Цельсия. Температура вспышки – 224 градуса Цельсия. Вязкость при 40 градусах – 44,93 сантистокса. Вязкость при 100 градусах – 8,43 сантистоксов. Общее щелочное число 8 мг гидроксида калия на грамм моторного масла. Кислотное число 0,8 мг гидроксида калия на грамм моторного масла. Особенностью данного масла является специальный пакет присадок, который разработан для обеспечения защиты от низкоскоростного предварительного воспламенения, так называемый эффект LSPI. Данное масло имеет низкую сульфатную зольность. Максим Храпов, начальник отдела продаж, технический эксперт. Автогонщик, чемпион серии Max Power Cars 2016 года, RHHCC RTAC 2018 года. В системе Capital Loop работает с 2015 года. Что является необходимым условием для соответствия последним нормам экологии. А кто если не гибридный автомобиль, задает самую высокую планку борьбы за экологию. И данное масло Syntium Гибрид как нельзя лучше помогает им в этом. Отдельно стоит обратить внимание на то, что оно имеет самый последний допуск APSN+. Особенностью данного масла является специальный пакет присадок, который разработан для обеспечения защиты от низкоскоростного предварительного воспламенения, так называемый эффект LSPI. Если вы хотите, чтобы мы более подробно рассказали про эффект LSPI, то обязательно напишите об этом в комментариях. Масло можно заказать в ссылке под видео. Далее продолжают линейку малозольных масел вязкости 0.30, Syntium 7000 E и Syntium 7000 DM. Буквы после цифры 7000 означают УДМ – это Daimler Mercedes, а Е – нам остается только догадываться. Возможно, это Evolution, так как масло несколько лет назад пришло на смену маслу Syntium 7000 XS. А то это, вероятно, было как Experience Evolution. В общем, 7000 Е – это просто Е. Petronas Syntium 7000 E030 соответствует требованиям APSN ASEA C2 ILSAC GF5. А теперь подробнее. Масло 7000 E030 сделано на базе 3 и 4 группы базовых масел, а конкретно ПАУ 30-40%, гидрокрекинг 20-30%, пакет присадок из кальция, цинка, фосфора, антиоксидантов и полимеров. Об этом напрямую говорят свойства масла. Индекс вязкости – 174 сантистокса. Потеря текучести – минус 52 градуса Цельсия. Температура вспышки – 216 градуса Цельсия. Вязкость при 40 градусах – 52,97 сантистокса. Вязкость при 100 градусах – 9,81 сантистокс. Общее щелочное число – 7,27 мг гидроксида калия на грамм моторного масла. Кислотное число – 1,63 мг гидроксида калия на грамм моторного масла. И еще один малозольный брат Petronas Syntium 7000 DM030. Сделано на базе 3 и 4 группы масел. Соответствует требованиям APSN ASEA C3. Имеет такие разрешения производителей Mercedes 229-52, Mercedes 229-51.
соответствует таким требованиям. Брено РН-0700. А что у нас с составом? А вот что. ПАУ 40-50%, гидрокрекинг 15-20%, пакет присадок, кальций, цинк, фосфор, антиоксиданты и полимеры. По свойствам мы имеем следующую картину. Индекс вязкости 176 сентистокса, потери текучести минус 50 градуса Цельсия, температура вспышки 233 градуса Цельсия, вязкость при 40 градусах 67,23 сентистокса, вязкость при 100 градусах 11,93 сентистоксов. Общее щелочное число 7,54 миллиграмм гидроксида калия на грамм моторного масла. Кислотное число 1,84 миллиграмм гидроксида калия на грамм моторного масла. Данные масла семитычной линейки – идеальный подход для самых современных автомобилей, которым регламентированы новейшие допуски автопроизводителей. Этим маслам свойственна исключительная экономия топлива, снижение образования отложений и надежная защита системы отработанных газов, таких как катализатор и сажевый фильтр. Любопытный момент. Халитов Руслан, исполнительный директор и основатель компании Capital Loop. А что именно эти масла в настоящий момент выпущены в эксклюзивной металлической канистре по 2 литра, посвященном победам команды Mercedes AMG Petronas в Формуле 1. А это первый случай в истории масел Synthium, и это не случайно. Выделяя таким образом данные масла, компания Petronas показывает вектор, в котором будет развиваться вся отрасль в ближайшем будущем. Сотрудничайте с импортером и дистрибьютором масел Petronas компании Capital Loop. Покупая продукцию для себя лично или для своего автосервиса, магазина или для оптовой компании, вы получаете гарантию того, что это оригинальный продукт из первых рук. Так как масло с европейских заводов Petronas поступает на склад компании напрямую. Кроме того, у компании постоянно проходят различные акции и работает программа CL-бонус, по которой вы сможете бесплатно выбрать самое необходимое для вашего сервиса, магазина или для себя лично. Ссылки на масла и подбор в описании. Если вам понравился ролик или появились вопросы, то обязательно напишите нам об этом в комментариях. Не забывайте поставить лайк, подписаться и нажать колокольчик. Ровных вам дорог, качественных масел, ведь вы этого заслуживаете. Это была Мускатина Катя и наш проект «Масляная среда» на канале Capital Loop.